Друзья, всем привет! Меня зовут Раиль. Баянный контент всегда сложнее снимать, поэтому буду рад, если вы поставите лайк, напишите любой комментарий и подпишитесь на канал. Погнали! Че, у вас что, настроение не очень? Давай, играй нам уже. Думаешь? Да. Смотри. Так. Спасибо, класс. Спасибо. Класс. А знаете, что такое? Да, черный бумер. А ты нас снимаешь? Я не прекращаю, всегда снимаю, просто не всегда выкладываю. Йоу, а вы хотите? Хотите попасть? Блин, это класс. Ну, если хотите, могу кусочек вставить, где как вы слушали, как я играю. Давай. Приятного аппетита. Спасибо, сыграешь? Давай. Знаешь, что такое вообще? Я не помню. Баян! Баян. Ну да. Смотри. Баян. Я боялась ошибиться. Узнали, что ли, мелодию? Знакомая. Да. Да, в этой песне долгий путь. Но она известна как «Ла-ла-ла», как бы, да, «Around the World». Но сочинили-то ее русские, «Руки вверх», песенка у них есть. А недавно двое наших Моргенштернов там и сделали ремикс, помните? Это лали-лали-пап, тает как шоколад. Такой вот длинный путь у этой песни. Ремиксов полным-полно на нее. Привет. Привет. Как дела у тебя? Ты играешь? Ну да, немножко. Сыграешь? Сыграешь. Ну давай. Сейчас впервые совмещу баян и битбокс. Ну, это редко бывает, смотри. Битбокс слышно вообще или не очень? Да. Нормально? Слышно. Только басов не хватает, да? С басами было бы круто, да. Понятно. А ты узнала эту вещь, что я сыграл вообще? Что? Даже у нее связь не выдержала. По причине того, что подъехал мощный розыгрыш электрогитары Epiphone S600 от музыкального магазина Skiff Music. Для участия все те же простые условия: с 1 по 30 апреля сделайте покупку на сумму от 1000 рублей, и ваш чек становится лотерейным билетом. И уже 15 мая ребята определят рандомным образом победителя. Возможно, им будешь ты. Все условия в описании под видео. Кстати, на мне ты сейчас видишь официальный фирменный мерч «Не влюбляйся», Арслан. Данную футболку, а также крутые толстовки и свитшоты ты можешь приобрести на сайте arslanshop.ru. Как раз таки мой трек «Не влюбляйся» попал в ротацию на Beam Radio 102.8 FM. Если услышите, буду безумно рад. Все идет в гору, и я доволен.
А вы что, только-только? А? Только зашли, что ли? Да, ну можно так сказать. Ну, можно сказать, первый день. Я просто вебку купила, вот. Ага. Клёвую. Ну, у тебя качественная, да. Мы решили ее попробовать. Ну, сейчас у нас сбилась эта коррекция. А что за вебка, кстати, Logitech? Да, да, которая... Как она? Brio. Вот это. Ну, она у тебя в HD, походу, снимает. Brio. А, ну да, это получше. У меня тоже, только похуже. Которая за 7000, да? У меня за 4, что ли. Она в 720 снимает. У вас, походу, HD сразу прям. Может чётко. Быть, потому что убивает вот это все. Убивает. Чат-рулетка убивает разрешение. Да, 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 да. Блин, ты реально крутой. Ты очень крутой. Спасибо, заглядывайте в хижину, хижина музыканта. Ну, я, если честно, слышу впервые. Ну, может быть, видел, может быть, видел где-то. А ты можешь сыграть еще что-нибудь, потому что очень красиво. Да, в принципе. Такую вещь сейчас. Что бы сыграть, что бы сыграть. Вот, смотри. Спасибо, спасибо. Тебе снимать надо, да, наверное, реакцию? Надо, но с вами интересно. Ну, я в это время обычно не сижу. В это время здесь мужиков слишком много. Да, мы заметили. Которые что-то делают непонятное под одеялом, да? Да, а если даже попадать, сразу переключают, что-то им не нравится людям. Подозрительные все, подозрительные. Блин, я даже, может, я хочу зайти посмотреть теперь. Давай зайдем. Ты очень талантливый. И подпишемся. Спасибо. У меня с Баяном только один выпуск там, можете посмотреть. Но там он такой получился хороший. Я его 3 дня тоже снимал. Ну, это жестко, конечно. А в ТикТоке что снимаешь? Как рисуешь? Нет, всякие муд-видео. Хотя в целом я рисую хорошо очень. Сейчас тебе подожди, покажу. Вот видишь, там на стене что-то видно? Да. Кстати, а почему ты не записываешь на ТикТок? На ТикТок почему не записываю? Я не знаю, просто так много записывают. Я такая, ну, блин. Не знаю, я почему-то очень критично к себе отношусь в плане... Я думаю, что ты в любом случае сможешь себе найти аудиторию. Просто человек играет на баяне, на гитаре, еще и битбоксит под это все. Очень клево. Ты умеешь рисовать? А я вот, вы понимаете, что он лучший в своей сфере. Типа он один из лучших, а я как бы... А чё ты тоже? О, баян, давай, пушка, баян. Пушка, баян? Да, я закончил баян с отличием, только давно 10 лет назад. Смотри. Я пытался, у меня ничего не вышло. Короче. У меня тоже только как бы недавно начало получаться. Вот ты даешь. Это нормально. Ты огромный молодец, блин, ты прям... Ты гигант! Таких людей сейчас очень мало. Да, на самом деле мало осталось вот таких людей, которые... Гигантище просто! Которые народные инструменты изучают. Вот так вот. Я даже вот смотрю там, ну, в своем городе, да, я вырос в маленьком городе. Раньше мы постоянно там все народные инструменты вообще, все были заняты. Сейчас, блядь, пиздец, никто не хочет. Сейчас все, да. Не хотят учиться никуда. А я еще, короче, в оркестре на бас-балалайке играл, знаешь, это такая большая... Да, да, огромная. Вы что, сюда пришли поржать, ты, что ли? Это баян? Да! Гармонь? Нет, баян. Блин, баян! Привет. Ты видишь свою рожу? Да, ну не пофигу, я увидела
Я увидела это. Это ты увидел впервые, потому что чат рулетки ты не увидишь баяниста больше. Я первый здесь. Ну, смотри. Слушай, я думаю, что мне повезло, да? Слушай, это судьба. Узнаете вот эту мелодию, откуда она? Смотрите. Смущаете прям. Класс. А, ну, молодцы, что это цените такие инструменты. Конечно, это мое детство. Да? Играли, что ли, у тебя там дед или кто? Ну, у меня дедушка гармонист Блядь, был. Блядь, да. Я нормально? Ну, поделись своим инстаграмом. Да, давай, записывай. Охренеть! Запомнила? Охренеть! Вот. Так, хижина, короче, музыканта. Запоминаем, девочки. Я не запомнила, что там было. Хижина музыканта. Хижина музыканта. Быстрее. Если вам нравится данная рубрика, дайте мне знать, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Возрождаем баянное искусство и настоящую музыку. Погнали!